Всем привет, с вами Алекс, канал Берлаб. Сегодня о галоканах и землетрясениях. Начинаем обзор Солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило. Смотрите, большая, довольно-таки мощная активность происходит вот между 7 и 10 часами, да, где-то вот в этом диапазоне. В основном на 8 часов направлено. Давайте сейчас глянем, вообще видим мы это или нет. Но также обратите внимание, и в других тоже направлениях есть небольшая деятельность. Давайте глянем на приборы. Приборы у нас показывают, что, в общем-то, активность тише блажь. Видите, вот максимальная за сутки B9,21. Вероятности тоже низкие, 35%, 5%, 1%. Ну, давайте тогда думать, с чем это может быть связано. Говорить о том, что 31,52 зона ответственна за вот эту активность, я бы не стал, потому что тогда было бы где-то 11,9 часов. Мы видим, что нет, это вот четко 8 часов. Что можно сказать? Я думаю, что это связано с активной зоной, которую мы еще не видим. Мы еще не видим, и поэтому направлено все это не в сторону нашей планеты, даже не в плоскость нашей планеты, вообще в другую, вдаль от Земли. И поэтому и приборы ничего не показывают, и все так вот тише, тихо и спокойно. Ну давайте в другом диапазоне сейчас глянем. Ну вот 31,52 зона, да, эти зоны уже все отворачиваются, но пока ничего не видно на горизонте. Мы видим, что там тишина. А по статистике у нас 16 сейчас активных зон, точнее 16 пятен в 4 активных зонах. И давайте глянем на наше Солнце. На Солнце вот у нас по центру прямо вот сейчас такая дыра, то есть будет она изливаться солнечным ветром. Да? Она небольшая, но в принципе я думаю, что эффект должен быть от нее. Так что мы будем ожидать на этой неделе. А плюс вот здесь вот протуберанцы такие интересные. Да? Очень много, да, протуберанцев. И есть еще южная дыра. Вот еще южная дыра здесь. Так, ну что, давайте теперь перейдем к изучению нашей планеты. Геомагнитная обстановка. Мы видим, что есть магнитная буря, слабая, G1 уровня. Сейчас уже все вернулось как бы к норме, к троечке. То есть была она непродолжительна, но, судя по всему, потом еще возможно осцилляция. Вот здесь поставили на четверочку. Будет такая умеренное возмущение будет. Посмотрим. Ну, в общем-то, пока больше ничего сказать и нечего. Давайте посмотрим вулканы. 50 вулканов у нас при норме 40, то есть вот этот повышенный уровень сохраняется. Довольно серьезно. У нас вчера извергался вулкан Этна. Там, кстати, и шторм пришел в Италии, да, это немножко из другой оперы, но все равно скажу, и шторм, и вулканы там, и вот это вот, то, что там сейсмичность тоже вулканическая, мы отмечали, тоже говорит о том, что что-то там, какие-то процессы происходят. Да? Так мы видим Сан-Мигель. Вот здесь извергался довольно-таки мощно на этих днях в Сальвадоре. Что еще можно сказать? Какие еще вулканы у нас? Киринчи на Суматре вот попал в новости. Вот на Киринчи. Также там довольно-таки большая дегазация. Симеру на острове Яве, там оранжевый уровень оповещения. И 4376 над уровнем моря, вот как-то 1 метра замерили выпадение, точнее выброс пепла. А затем у нас продолжает Ибека вот здесь вот извергаться. Ну, Ибека 2,5 километра выдал над уровнем моря. В общем-то, активность довольно-таки большая, сообщений много, и ждем, когда что-то такое более массивное произойдет, но пока вот много вулканов извергается в умеренной степени. Давайте теперь перейдем к землетрясению. Землетрясение, смотрите, за последнюю неделю просто была пиковая неделя, наверное, года. 86 землетрясений, магнитуда 4,9 и выше, при норме 50. То есть в 1,7 раза выше нормы. Серьезный такой рост. За последние сутки мы видим практически во всех регионах вот этим оранжевым цветом, да, вот сейсмичность, да,
Ну, разве что Северная Америка, только не участвовала, Южная Америка. А так вот мы видим, ну и Африка, а так мы видим с Антарктиды. Ну, а так в океанах в основном мы видим активность. И вот в Средней Азии у нас, пожалуйста, в Китае 4,9 на глубине 10 километров. А давайте посмотрим, за последние сутки у нас было всего 134 землетрясения, магнитуда 2 и выше. Вот в Южной Исландии у нас землетрясение, вот у нас на Азорских островах, чуть не южнее, 5,9 на глубине 10 километров, то есть магнитуды здесь растут. А вот троечка у нас на юге Италии, опять же недалеко от Сицилии, а двоечка на севере, вот интересно, 4,2 в Боснии и Герцеговине на глубине 10 километров, там же еще двоечка. А троечка на восток открыта, 2,7 в Турции, вот здесь автошоки. На восток от Стамбула происходит 3,7 у нас в Ираке на глубине 8 километров. Так, Иран, Кавказ вот, молчат. На востоке Индии 4,0 на глубине 10 километров, 2,9 там же, вот 4,9 на глубине 10 километров на западе. И со стороны Казахстана вот 4,1, но не указана глубина. Так, юг Тывы, здесь 3,2, глубина не указана. Вот Алексей Покровский написал интересный комментарий. Алекс, спасибо за обзор, ответ на мой комментарий. Алтай, Саяна, беспокойные регионы. Сейчас из-за этих трясок увеличилось число сходов малых лавин. Случай со сноубордистами Хакасии тому подтверждение. Да и в Кемерово, не удивлюсь, такие случаи наверняка были. Удивительно, что при такой активности в Южной Сибири притих так Ламакан. А не он ли провокатор этих событий в Сибири? Ну, по крайней мере, что вот эта вот вся система может быть взаимосвязана. Я думаю, центр вот находится где-то вот здесь, вот Южная Монголия, вот этих всех событий, да, и вот его окружность, слияние, включая вот этот вот Такламакан. Но вообще, конечно, судя по всему, это было внутреннее море. Вот. Но вот интересно, до этого что было, что до состояния внутреннего моря, что это было, почему такая низменность, да, возникла? То есть вопросы пока открыты. Ну, типа, да, Виталий Вишталюк пишет спасибо. Благодарю вас. 3,0 на Аляске, ну это Алеутские острова, Адрианские острова, 4,8 на глубине 56 километров. И 4,7 у нас на Камчатке, глубина 43 километра, здесь вулкан 1232. Ну, видно, что связь с вулканом, да, у нас наблюдается. 4,6 на востоке Японии, глубина 49 километров, 3,7 на глубине 50 километров. У нас 5,0 на юг от Марианских островов. Здесь вулкан Дайкоку, Япония. Дайкоку не было. Интересное название. Так, Тайвань, это 263 километра. Затем у нас получается, смотрите, Северные Филиппины. Довольно-таки крупная серия. Вот у нас 4,3 на глубине 30 километров и 4 тройки еще там. В Средних Филиппинах 4,3 на глубине 10 километров. Вулкан Панай и 2 тройки. Южные Филиппины тоже 2 троечки. В Малукском море у нас 2 тройки. Здесь 3,2 на глубине 23 километра. Здесь вулкан Мэкиан. Ну, архипелаг Санги здесь троечка, Сулавеси две двоечки. Давайте смотреть, что у нас здесь на Суматре. На севере двоечка, на островах 4,5 к западу от Суматры, 4,5 на глубине 28 километров. Двоечка на юге у нас 4,2 на глубине 10 километров и две тройки. На юге Ява у нас 3 тройки, восточнее еще 3,3, и вот 4,3 у Сумбы на глубине 10 километров, 2 тройки восточнее, еще там 2 двоечки мелкие. Так, теперь давайте западная Папуа посмотрим, 3,2, 3,3, северная Папуа 4,5 на глубине 10 километров. Так, смотрите, западная Австралия продолжается, 3,2 на глубине 5 километров. Вот непонятно, чем объяснит эту сейсмичность. И 3,1 у Сосмании на глубине 10 километров. Вануату 4,9 на глубине 206 километров. Так, смотрите, вот этот регион был чрезмерно активный на прошлой неделе и притих, затих. 5,1 на глубине 10 километров. Кермандек
и 5.0 на глубине 10 километров там же. 4.2 у нас на Северном острове Новой Зеландии, 223 километра глубина и 3.3 там же. У Южного острова ничего нет. Вот на восток от Новой Зеландии Тихоатлантический хребет 5.1 на глубине 10 километров. И чуть севернее там же остров Пасхи 4.9 10 километров и 4.7 на глубине 10 километров. В Африке ничего нет. Давайте смотреть теперь Аляску. На севере Аляски у нас троечка, в центре Аляски 2,7 прямо Фэрбэнкса. А теперь вот давайте глянем, что на Гавайях, что-то здесь растет активность. 3.0 на глубине 48 километров, опять вулкан Камахуа-Каналоа, и там же 3,5, ух ты, смотрите, 2 километра, 120 метров над уровнем моря, это вулкан Мауна-Лоа. Представляете, как уже совсем недалеко от поверхности вулкана, и видите, насколько выше уровня моря. Интересные там процессы происходят. Так, ну на континенте около Оклахомы, здесь 3,4 на глубине 5 километров, 4,5 северной Мексики на глубине 5 километров. И давайте смотреть, что здесь на севере Калифорнийского острова. Все что-то очень плотно, 3,5, 3,4, вот глубина 24 километра. И вот на побережье здесь 4,1, 10 километров, здесь вулкан Сан-Квинтин. Ну, на прошлой неделе тоже активный был. 4.0 на глубине 7 километров и где-то 8 троечек еще там. Так, давайте теперь посмотрим. Южную Мексику здесь 3.7 14 километров. Вулкан, остров Изабель. 4.0 16 километров в океане. Здесь вот 4 тройки, 3.0. Чуть южнее Акапульки здесь 4 тройки, 3.5. В заливе 3.6. Вот у Хучитана 4.2 на глубине 118 километров. Так, Никарагуа 4.2, 36 километров. Здесь вулкан Джапа Мирафлорес. Ну, был такой. Сальвадор 2.7. 3.2 Коста-Рика и 3.0 Панама. Ну, давайте смотреть, что здесь у нас у Пуэрто-Рико. 3 тройки, 1 двойка. 4.1 у Эквадора на глубине 5 километров. Северное Перу у нас 4,1, 41 километр и 3,9 там же. И немножко притихло вот здесь Северное Чили. Мы видим 4 двойки. А со стороны Аргентины мы видим 3 тройки и 3 двойки. Вот еще троечка со стороны Антофагаста, Чили. Южнее двоечка, Ла-Сирена 2 тройки. 2,8, 3,5 и 3,0 севернее Валпараисо и 2 двойки там же. И южнее Сантьяго здесь 4,1 на глубине 45 километров, 3,9 и еще южнее 3,3. Это уже провинция Био-Био в Чили. Ну, смотрим Сэндвичевы острова. 4,9 на глубине 80 километров, вулкан Бристоль. Ну что, можно подводить итоги. Но активность такая сохраняется на нормальном уровне, как она должна быть. То есть у нас вот здесь почти шестерка. Вот это немножко напрягает, да, Рикинес тут. Азоры, все, что вот вокруг да около творится, что-то как-то регулярно становится там. Вот в Средней Азии у нас здесь 4,9, почти пятерка. Ну, активность около Камчатки сохраняется. И, видите, все красное, это Филиппины, Индонезия. И в сторону Новой Зеландии, Кермандек тоже идет энергия. Ну, а с вами был Алекс, канал Берилаб. Желаю отличного упражнения.